Шенский сахарный комбинат – предприятие с богатой историей. Вот уже на протяжении 70 лет оно динамично развивается. В последние годы удалось достичь высоких показателей. За последние два года достигли хороших показателей. Наверное, комбинат за последние 7 лет отработал самый стабильный сезон прошедший. Это, наверное, показатель и нашего коллектива в особенности. На сегодняшний день переработка сахарной свеклы составляет 5000 тонн в сутки, и это не предел. Продолжаем развивать свое предприятие, действуют проекты, уже сейчас реализовываются, направленные на увеличение производительности жимосшильного комплекса, увеличиваем выработку гранулированного жома. Проекты в прошлом году были, не останавливается производство в плане реконструкции. На следующий год запланированы тоже большие проекты. Это предприятие является в высокой степени градообразующим для районного центра, для поселка Кшенского Советского района. Это предприятие источник заработной платы и трудоустройства большого количества жителей района. Благодаря усилиям руководства предприятия, а также в целом компании «Русагро», что очень интенсивное направление развития – это кадровая политика. Во многом залог слаженной работы, сплоченный и нацеленный на результат коллектив. Отметили юбилей комбината тоже все вместе. Успели и поиграть в непринужденной обстановке, и пофотографироваться. А самых активных ждала зажигательная концертная программа. Ангелина Яхонтова, Сергей Малеев. События дня.